сети появилось видео, где Ольга Бузова, которая заработала 2 миллиона долларов за 2016 год, поет песню Аллы Пугачевой «Сильная женщина». Все происходит в караоке-клубе. Поводом для собрания послужил девичник. В кадре видно, что изначально песню исполняет другая девушка. Но Ольга Бузова не смогла усидеть без микрофона и решила сделать песню дуэтной. Как это получилось, смотрите сами. Ой, Оле петь не надо, все испорт. Бузова, выскочка, испортила своим неумелым пением легендарный хит, писали в комментариях. К ним присоединилась и сестра Оли, Аня Бузова, которая отметила голос второй девушки.